Проект «Дороги памяти» презентовали в этом году 9 мая. Тогда концерт прошел в Музее Победы на Поклонной горе. Сейчас у проекта начался гастрольный тур, и наш город его открывает. Во Владимир прибыли известные российские артисты, в том числе Денис Матросов, Игорь Петренко, Елена Захарова. На концерте они читают стихи в сопровождении симфонического оркестра. Все произведения посвящены патриотической тематике, истории Родины и подвигам наших соотечественников. Поэтория «Дороги памяти» – это результат совместной работы Союза композиторов Евразии и Союза писателей России. К этому проекту написали музыку наши молодые композиторы, молодые поэты, что важно, которые после 24 февраля поняли важность этой темы, поняли важность истории, сохранения исторической памяти, пропаганды истории нашей страны и продолжают это делать и сегодня. Как оказывается, наше молодое поколение далеко не всегда знает хорошо нашу историю, к сожалению. Они больше сейчас увлечены ТикТоками и всевозможными этими социальными сетями. А здесь у них есть возможность окунуться в такую историю, которую преподносим при помощи слова и музыки. Одна из особенностей проекта – участие в концерте местных талантов. Так, в нашем городе в нем задействовали симфонический оркестр Владимирского областного музыкального колледжа имени Бородина. А еще в концертную программу этого проекта вошли стихи владимирца Александра Капусткина. В нашем городе концерт «Поэтория. Дороги памяти» состоялся сегодня в культурно-выставочном центре Владимира Суздальского музея-заповедника. А далее музыкальные произведения молодых авторов прозвучат в Волгограде, Москве, Белгороде и Ярославле.